Всем привет! Для того, чтобы понять сюжет, досмотрите видео до конца. Спасибо за внимание. Приятного вам просмотра. Всем привет, друзья, с вами Авиан. Сегодня будем проходить игру под названием The Sun. Эта игра стоит 15 рублей в Play Market. Ну, конечно же, у меня есть такие деньги, я позволил себе ее. Ну что ж, давайте рассмотрим ее поподробнее. Ходят слухи, то, что это сталкер на телефоне. Давайте проверим это. Так, я немножко уже там играл. Давайте новую игру. Игрушка реально зашла мне. Прикольная. Для этого я ее купил. И не пожалел, кстати, то, что купил ее. Можете ее тоже купить. Можете дождаться распродажи, пока она будет бесплатной. Но я ждать не хотел, поэтому пришлось ее купить. Так, не, обучение не надо. Солнце. Ближайшая к нам звезда. В 2003 году она выделила энергию, равной 200 миллиардам водородных бомб, образовавших волну разогретых заряженных частиц, летящих со скоростью 10 миллионов километров в час, целью которых являлась планета Земля. Это была одна из сильнейших, стремительных и самых жарких зарегистрированных бурь, когда-либо виденных человеком. Направленная на Землю солнечная энергия вызвала сбой в электросетях и линиях связи. Это был ураган космических штормов. Тогда серьезных повреждений не произошло. Буря стала напоминанием того, что все мы живем по милости Солнца. И ему подвластна вся наша жизнь. Наш климат, наша пища, наши тела. Граница, защищающая нас от космических ветров, постепенно сужается. Справится ли наша цивилизация с еще одним суперштормом? В 150 миллионах километров от нас лежит главная энергетическая установка нашей Солнечной системы. Она освещает нашу жизнь и согревает наш мир. Солнце. Для большинства из нас Солнце остается загадкой. Слишком яркое, чтобы смотреть на него невооруженным глазом. Многие считают, что это просто константа в нашей жизни. Нечто само собой разумеющееся. Лишь немногие из нас знают, что происходит внутри Солнца. Оно хранит свои секреты за мощным сиянием. Для наблюдения за Солнцем людьми создавались центры космического мониторинга, главной задачей которых было слежение за Солнцем, своевременное фиксирование и оповещение о солнечной активности. По сути, эта система позволяла предсказывать космическую погоду, вернее, ее аспект, отражающий радиационное воздействие космической среды на околоземное пространство, технику и человеческую деятельность. В тот год Солнце находилось в максимальной стадии активности. Ученые вели наблюдение за активной зоной NM1976, направленной прямо в сторону Земли. Вероятность гигантского выброса, который повлек бы за собой необратимые последствия для нашей планеты, была очень высока. Станции слежения, запущенные в космос для наблюдения за Солнцем, помогали преодолеть помехи, создаваемые атмосферой Земли. Они располагались в определенной точке с постоянным устойчивым положением на расстоянии 1,5 миллиона километров от звезды, позволяя фиксировать выбросы энергии в космос и своевременно оповещать о чрезмерной солнечной активности. Тысячи чудовищных взрывов ежегодно сотрясают Солнце. Миллионы магнитных полей создают корональные петли, выбрасывающие в космос огромное количество энергии высокорадиоактивной плазмы. До этого момента вспышки были не очень велики, и лишь некоторые из них представляли опасность. Вот и тогда ученые думали, пронесет. Выброс произойдет не в направлении Земли. Но случилось то, что привело к опустошению нашей планеты и практически полному уничтожению всего живого. Миллионы тонн радиоактивных частиц, выброшенных гигантской катапультой в космос, устремились в сторону Земли со скоростью более 10 миллионов километров в час. Этот выброс стал
самым большим в истории существования Солнечной системы. У всего живого на Земле было всего около 16 часов на спасение. Достигнув нашей планеты, выброс уничтожил все спутники на орбите. Сжигая верхний слой атмосферы, на Землю обрушился ливень рентгеновских и ультрафиолетовых лучей, выводящий из строя все системы энергоснабжения и связи. В результате возникшего электрогидроудара с лица Земли были стерты целые города. Все, что когда-то делало нашу жизнь комфортной, превратилось в руины. Мирная атомная энергия превратилась во врага, повысив и без того высокий уровень радиации, вызывающий мутации у большинства выживших на поверхности Земли. Остальных ожидал голод и нехватка воды. Немногим удалось укрыться в бункерах, в числе которых были и мои предки. Сколько времени прошло с тех времен, когда первые из нас вошли в убежище, уже не вспомнить. Первых уже давно нет с нами. Ведь здесь, глубоко под землей, пока поверхность нашей планеты была практически непригодна для жизни, выросло новое поколение. Но запасы продовольствия подходили к концу. Даже те, что удавалось добыть на разведанных территориях. Выжившим пришлось выходить обратно на поверхность в поисках воды и еды. Одни пытались выращивать урожай на некогда плодородных землях, обороняясь от мутантов. А другие желали подчинить себе все и всех. На Земле воцарился хаос. Признавалась только власть силы. Меня зовут Ворон. Моя миссия началась с вызова к командиру. Наша община на грани голода. Запасов продовольствия и воды осталось всего на несколько месяцев. Все на исходе. Мне нужно отправляться на поиски того, что спасет нас от неминуемой гибели. Но куда идти и с чего начать? Этого я не знаю. Вот такая вот история у нашего персонажа. Типа, вы поняли сюжет? То, что солнце вышло из-под контроля и, типа, уничтожило все живое на планете. Ну, типа там, как Fallout. Что-то похожее такое. Так, сейчас мы начнем игру. Сейчас я секунду сделаю такую паузу. Мы называем их пустые земли. От бункера, где я родился и вырос, до горизонта и за ним. Камень и дерево, догнивающих домов, ржавая пыль погибших машин, холмы и пересохшие реки. Возможно, этой земле никогда уже не стать прежней. Пустые земли уравняли негодяев и праведников, богатых и бедных, военных противников, врагов и друзей. А здесь мы выживаем, укрываясь в бункерах, построенных на случай ядерной войны. Новое мироустройство в новый порядок. И новый порядок диктует свои законы жизни. Да-да-да. Мы должны быть бдительны. Поэтому время от времени выбираемся на поверхность, ходим дозорами по окрестностям. Меня зовут Ворон, и это мой очередной рейд. Давайте начнем. Пустые земли. 7 сентября 2152 год. Года. Я не так прочитал, конечно. У нас есть информация о высокой активности разрозненных групп кочевников, что не свойственно для них в этих краях. Так, давайте начнем. Видео будет долгим, я так думаю. 16 минут затянулся на сюжет. Игра типа сталкера, говорю. Так, механик, слушай сюда, Ворон. Клин со стаи не вернулся. Я его сигнал запеленговал у старых домов. И уже третий час ни слуху, ни духу. Не нравится мне такой расклад. Хочешь, чтобы я за ним сходил? Да, в тех домах какая-то паскудина завелась. Скорее всего, упыри. Может, пора, а может и целый выводок. Как бы ни нарвался он. Сделал, у меня есть еще вопросы. Так, как насчет GPS? Потом, ты же сам говорил, на станцию никому не соваться. Что Клин делал в той стороне? Есть такое.
Места у нас в целом тихие, сам знаешь. На станции только само здание и брошенная железнодорожная ветка. Но среди техники время от времени муты появляются. Пасти небольшими стаями. Упыри однажды на гибета нарвались, еле отбились. Так что наша задача проверять время от времени, чтобы так и было. Понятно? Так не легче было бы нам всем туда сходить. Эх, ворон, хороший ты боец, но зеленый еще. Сколько в бункере человек обитает, а сколько бойцов из них? То-то. У нас каждый на вес золота. Вот и думай. Ладно, ладно, понял я. Да. Все, давайте разберемся с управлением. О, инвентарь как и сталкером. Что у нас есть? Аптечка полевая, бинты, антирад, колбаски, водичка, 5 на 45, патрончики от пистолета, потом еще патроны, энергетик, аккумулятор, абсорбент, компас и глушитель на АК. Это что у нас? АКС-74У. Это у нас Кольт Дабл Игл. Ну что ж, друзья, вот управление такое. Я уже настраивал до этого. Я лучше поставлю автострельбу, потому что здесь тяжело стрелять. Так, давайте начнем спасать нашего другана. В какой стране он находится, правда, я не знаю. К этим бочкам нельзя подходить, они кислотные какие-то. Химическое заражение какое-то от них. Так же, как в сталкере, нельзя подходить к таким машинам там, потому что возле них радиация собирается. Вот так вот сделаю потише. Игрушка реально клевая. Ребят, советую вам всем купить ее или просто на распродаже приобрести. Ох, охренеть просто. Как же, блин, долго я ждал, чтобы вышел сталкер на телефон. Вот он, пожалуйста. Фух, вообще прикольный сталкер, если честно, на телефоне. Реально, слушайте, графа такая прикольная. Получше сталкера, Тень Чернобыля. Охренеть, я фанат сталкера сам. Правда, играл только в Тень Чернобыля. Так, вон там находится наш чувак. Как в сталкере надо убрать оружие, чтобы перед тем, как разговаривать с ним. Кто тоже, кстати, фанат сталкера, досмотрите это видео до конца. Клин. Ворон, как я рад тебя видеть. Клин, кто ж тебе так? Давай потом, поблизости ошиваются упыри. Держись. Скоро вернусь. Отбиться от мутантов. Так. И где... О, я кого-то там справа видел. Где там мутешки эти? А, вон. Вон. Готов. Чё ты такой косой, блин? Перезарядку быстрее. Быстрее. Фух, отбился, что ли, да? Все. Так. Вот бы еще музыку как-то из игры убрать. Так, ребят. Ну как, ворон? Давай, брат, держись, сейчас я тебя подлатаю. Да не выйдет, аптечка не поможет. Ворон, у механика должны быть сильнодействующие стимуляторы. Принеси их. И вот еще. Если я не вытяну, найди мой коммуникатор на станции. Это не кочевники. Ни оплот, ни орден. Другие зацепили меня. Черные бестии. Подожди, брат, сейчас принесу. Окей, Клин, давай. Крепись, братан. Ну, плохая идея, конечно, его бросать. Нужно было бы попробовать его довести до базы. Кстати, звуки прыжка взяты из бесплатных источников, из каких-то. Игра от A-Gaming, который хорроры делает. Обожаю эту компанию A-Gaming. Самая любимая компания на андроиде по хоррорам. Они еще умудрились... Так, стоп. Кто это? Они еще умудрились... Сталкер на... Ни хрена себе. Сталкер на телефоне сделать. Так, это наши или нет? По-моему, нет. Так, я им помогать не буду. Не наш, скорее всего.
же сложно, блин, стрелять. О, кто ж сукин сын, смотри, что творит. У вас очень глубокая рана. Используйте бинты или что-нибудь там. Так, 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 еще кто-то, да? Ты чё, скотина? Давай, вон он. Сейчас мы ему дадим. Вон он. Где ты? Ты ж скотина. Так, надо использовать аптечку. Полевая аптечка. Так, давайте лутать их. Что это такое? Мародер? У него... консерва. Ребят, реально сталкер на телефоне, я вам говорю. Эта игра вам понравится, кто фанат сталкером. Так, поврежден. Давайте разрядим его и выбросим он, потому что поврежден. В сталкере очень часто... Я по сталкеру ориентируюсь, потому что в сталкере постоянно, если ты подбрал какое-то оружие, то она будет клинить. Поэтому... Пустой мародер. О, АК-шка. Повреждена. Не, я ничего подбирать у них не буду. Это мне не пригодится. Где еще один мародер? Вот он. У него энергетики. Я так понял. Ох, ребят. Игрушка топовая вообще. Так, там радиация. Аккуратно. А у нас сейчас задача, что сделать? Сейчас посмотрим. Так. Мародеры. А, нам нужно на базу идти. В ту сторону, я так понял. Клёвая игруха вообще, прям отвечаю. Не зря я 15 рублей каких-то потратил. Это того стоит. Серьезно вам отвечаю. Сюжетик такой. Квесты прикольные. Графон. Мутанты. А еще здесь ночь наступает. Вот даже фонарик. Бинокль. Прибор ночного зрения. Включить. Потом разные виды оружия. Вообще охрененная игра. Я, конечно же, не спонсор данной игры, но всем рекомендую приобрести. Это кто у нас? Крэк. Ворон, поговорил лучше с механиком. Ладно. Так, механик. Что случилось, Ворон? Клина на станции подстрелили. Дай симулятор, иначе он не вытянет. Держи. Может, помощь нужна? Могу отправиться с тобой. Крэнга из Сыча. Не надо. Командир, я сам справлюсь. Так, окей, сам справишься. Ну и зря, конечно. Сейчас мы ему дадим симулятор и будем с нашим дружбаном выживать просто. Вон они бегают, мутанты. Я его сейчас спасу, и мы будем вместе с ним рейдить, выживать там. За стимулятором вместе сходим сейчас с ним. Который он сказал. Реально, типа, солнце уничтожило поверхность Земли. Типа, выжгло всю... Опа. Это что, М-ка? Не, она клинит, я не буду ее брать. А то это уже плохо оканчивалось. Знаете, почему я не беру их? Я тогда убивал этих бандитов. И они, короче, это... Потом пошел на монстров с этим оружием. И они, короче... Оружие, короче, постоянно клинило. Приходилось перезаряжать 200 раз. Поэтому лучше рисковать не буду. Так, перезарядка. Иди сюда, упырь. Они, кстати, радиоактивные. К ним нельзя подходить. Смотрите, почему. От них треск исходит. Поэтому лучше не соваться к ним. Так, так, чувак. Что? Почему метка? Он мертв. В смысле? Твою мать, Клин, блин. Клин мертв. Отправляйтесь на станции. А, черт. Покойся с миром, чувак. Так, теперь этот стимулятор будет у меня как большая аптечка. Так, коммуникатор Клина добыть нужно. Клин, а где кому... Вот. Так, сейчас нам нужно будет пройти через эту пустошь. Блин, бедный Клин. Серьезно, его упыри убили.
О, не-не-не. Радиация, я так понял. Так. Там кто-то бегает. Я так понял, Клина не убили, а он это... Умер от кровотечения или от болевого шока просто. Упыри ходят. Вот кислотные бочки. Прикольная игра насчет квестов, насчет сюжета, насчет геймплея, графики, атмосферы. Так, к ним не надо подходить, они радиоактивные просто. Так, окей, друзья. Я на вас не лезу, вы на меня тоже. Играю на самых высоких настройках, поэтому у меня подглючивает. Так что, простите за галюны. За галюны, за глюки, простите. Игра того стоит, еще раз повторюсь. Потому что игрушка реально завораживает. Так, это что такое? Калаш. Так, упырь здесь. Пошел в жопу упырь. Я вас понял. Радиэйшн. Так, сейчас я пересяду на другое место. Нога затекла, просто сидеть в одном положении. Так. Это база. Нам с вами, значит, идти... Мы в правильном направлении вообще? Да, мы в правильном направлении. Нам в ту сторону. Так, у нас малое облучение уже есть. Чё ж вы такие быстрые, засранцы? Малое облучение нам ничего не дает. Вот если будет серьезное облучение, то тогда придется антирад использовать, или как он называется? Как он называется? Антирад, да. Я буду просто называть средства от понижения радиации. Так понял, на холмы лучше не заходить. Вот она, эта база. Там уже упыри местные обитают. Так, значит, что план действий каких? Домик. Дверь в сторожку. Закрыта. А, коммуникатор, он охраняется бандюгами. Я все понял. Давайте попробуем решить все мирно. Клин. У него такая кликуха. У меня вообще ворон. Погоняло. Так, надеюсь, все сейчас успешно обойдется. Так, товарищи. Тут твою мать. Я с ним не справлюсь, походу. Да иди ж твою. Уходи. Готов. Готов. Знаете, как я счастлив? Так, давайте сначала я всех убью сначала. Ты со мной играть будешь? Он все дальше и дальше уходит. Но его убить надо срочно. Ах ты ж скотина. Смотрите, друзья, обойти меня хотел, да? Говнюк. Так, найти... Трупы убитых надо обыскать, чтобы найти... А вот ключ... Ключ это что? Так, возьму ключ от сторожки. АК поврежден. АК не надо мне. Так, вандал. Вот они еще. Косой. О, спасибо за полевую аптечку. Чувачок, колбаска. Кстати, давайте похаваем. Так.
надеть. Вкусно, наверное. Так, МК. М16, А1 повреждена. У этого калаш, пуля. АК-47 поврежден. Не будем брать. Так, еще колбаски. Я все заберу, то, что мне нужно. Так, готов. И еще где-то труп был. Вандала какого-то. Или это всем? Ну что я вам скажу. В меня попали раза два где-то. И то без кровотечения. Наверное, мне попали в броньку. Повезло тебе просто, чувак. Если попали мне в руку, там, в незащищенную часть тела, то тогда у меня бы кровотечение было бы, пулевая рана прям жесткая. Так. Ух ты ж говнюк, здорово. Стой, только не убивай. Ты кто такой? Почему вы напали на меня? Вандалы кличут, помоги, не дай загнуться. Нет, так дела не будет. Сначала ответы на вопросы, а там поладим. Поглядим. Ну давай свои вопросы, только быстрее. Ну, говори, иначе пристрелю на месте. Это земли общины Север 216. Здесь понадобилось кочевникам. Мы к своим шли. В этих землях ребята Риверса какую-то базу охватили. Кинули клич, мы к ним продвигались, мать твою. Так. Этого еще не хватало. В меня прилили зачем? Старший приказал. На нас какой-то шустрый перец наткнулся. Да, похоже, видел чего. Короче, ребят, сами читайте. Я буду про себя читать. Мы его пострелили, но он ушел. Правда, коммуникатор свой. Вот, держи. Где старший вашей группы? Кому вообще подчиняетесь? Кто с вами еще был? Говори. В поселке только парень не лез. Разберусь. Так. Дать ему аптечку или не надо? Давайте сначала болтаем. Ворон, немедленно дуй на базу. Это приказ. Знаете что? Мне... Так, будем его спасать или нет? Как думаете? Думаю, не стоит его спасать. Хотя... Если он нападет на меня... Хорошо, дам. Я ему аптечку дал? Так, стоп. Можешь его убить просто? Хотя не, он мне помог. Ладно, живи, чувак. Так. Сторожку закройте. Давайте валить. Вандал там сидит. Давайте пойдем на базу обратно. И на этом я буду заканчивать, потому что уже затянулась серия. На полчаса где-то даже больше. Если вам понравилось данное прохождение, а еще кейс Animatronics для вас запишу. Я его весь прошел, чисто для вас запишу последнюю серию. Потом сделаю обзор на пасхальные на листики, которые собирать нужно, на документы. И сделаю обзор на то, как я прохожу на хардкоре полностью. Всю игру, без смертей. Чисто. Это можно было бы на стриме затронуть, но так как у меня проблема со стримами, так что потом как-нибудь придумаю. Ладно, тогда давайте вернемся на базу. База в той стороне. Да твою же мать. Куда мне идти сейчас? Где база? В какой стороне? Вандал там остался. А, база в той стороне. Но сначала нужно будет... Не помешало бы отбиться вот от этих чудиков, которые мне мешают. Один готов. Сейчас будет второй готов. Все изи. Патронов, правда, не хватает мне уже. Давайте на спринтах все сделаем. Еще полутаем вот эти здания, и, наверное, хватит. Слушайте, даже сталкер не надо проходить. Говорил Колоричу то, что эта игра прикольная, может купить ее. Так.
Значит, что? Тут даже знаете, что написано? Общий вес, максимум, сколько можно с собой таскать. Короче, все такое. Давайте вернемся на базу. Понять бы, как туда еще пройти. А я думаю, это... Кстати, уже темнеет. Вы заметили? А в темноте появляется больше монстров. Так, опять эти... У меня скоро патронов не хватит уже, чтобы отбиваться от них. Отвали, отвали. Да может они, я бы сказал, не так уж. А, у меня уже перезаряжать даже нечем. Мне, наверное, в ту сторону идти, да? А, это коммуникатору обратно. А в какую сторону мне идти? Мне вон в ту куда-то. Но как туда пройти? Стоп. А это вообще совсем другое место. Какое-то. А, я понял. Мне нужно было изначально идти с поворотом направо. Сейчас будет мне нужно. Базу искать слишком долго. Я, кстати, могу по этой игре часами записывать, если, конечно, вы будете смотреть. А то просто все впустую буду делать. И потом будут писать, где Гитлер. Гитлера я пока не планирую делать, потому что сейчас у меня очень много планов. Помимо вашего Гитлера, у меня куча всяких идей возникает. Вон в ту сторону мне идти. Гитлера я не планирую делать в ближайшие сроки. А потом уже посмотрим. По ФНАФу 4 хочу сделать. У меня уже патронов не хватает, чтобы отбиваться. Ух ты ж! Ребята, мне не хватает патронов уже. Пошел в жопу, пес. Ох, меня чуть не прибили здесь. Так, ладно. Надо похавать. Все, давайте пойдем дальше. Уже обстановка нагнетается, темнеет потихоньку. Излишки вот этих тварей мне сейчас как раз таки не нужны. В какой стороне находится же база? Я уже забыл. В той стороне бессмысленно. А, нам в ту сторону. Да, нам в ту сторону. Слушайте, игруха реально затянула меня. Прям, не знаю, как сказать. Так что ссылку на нее, на платную версию, я оставлю в описании. Правда, можете ее бесплатную скачать, но в бесплатной, в демке версии после этой миссии больше ничего нет, вроде бы. Ну, ваше дело. Я лучше бы порекомендовал вам купить ее, так как она полная версия. Где клин? Нет больше клина, командир. Черные бестии его подстрелили. Эх, клин, клин. Что ж теперь? Бестии, говоришь? Откуда они здесь? И мне бы хотелось знать. На станции я напоролся на группу кочевников. Их старший был тяжело ранен. Видимо, клин успел ему пулю всадить. Красава, клин. Так вот, он сказал мне, что подчинялись они какому-то перцу. Из элитного отряда корпорации. Черные бестии. У него был коммуникатор клина. А в нем сообщение, которое он тебе отправить не смог. Или не успел. Вот, держи. Что за хрень творится? Ладно, разберемся. Надо разузнать. Понял, командир. О, он мне патроны дал. 100 штук. На что? Красава. Спасибо тебе, чел. Ну что ж, друзья. Вот я заканчиваю. Так что пишите комменты, оставляйте комментарии. Ой, точнее, это одно и то же. Оставляйте комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. С вами был Авиан. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.